сожалению, в Волгоградской области северное сияние – явление маловероятное. Широта неподходящая, да и достаточно высокие температуры установились в регионе на начало ноября. Туман, опустившийся на город в минувшую ночь и нарушивший работу аэропорта, возможно, повторится утром 2 ноября. Но в основном покроет территории на севере области. По прогнозу Росгидромета, среднемесячная температура ноября 2021 года будет выше среднемноголетних значений. Какие сюрпризы ждать от погоды, мы узнали у нашего эксперта-метеоролога Натальи Алатырцевой. Температуры ночные сейчас будут повышаться, но в отдельных районах области при прояснении все равно температура опустится. Сегодняшнюю ночь может до минус 5, в последующем до минус 3, и через 2-3 дня нулевая температура. А в основном ночью будет плюс 3, плюс 8. Дневные температуры тоже будут сохраняться, пока без изменений. 10-15 по области, по Волгограду 11-13 градусов. 3 ноября возможны небольшие осадки, а в основном они захватят север-северо-запад области. И 4 также возможны небольшие дожди, тоже в основном по области, по западу и северо-западу области. Ветры будут слабые, но 4 и 5 ноября порывы могут усилиться до 15-16 метров в секунду. 6 и 7 ноября в связи с прохождением очередного атмосферного циклона ожидается временное понижение температур и незначительные осадки.